Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Elephone предлагает смартфон S8 сразу в нескольких вариантах расцветки. Например, недавно была представлена ярко-красная версия, также аппарат выпускается в насыщенном синем цвете. Более того, даже классический черный выглядит необычно за счет задней крышки, выполненной по технологии нанесения композиционных материалов, что создает красивый визуальный эффект при отражении света. Сегодня производитель раздает скидочные купоны на все варианты расцветки этого смартфона. Особенностью Elephone S8 стал 6-дюймовый экран производства Sharp с разрешением 2560 на 1440 пикселей. У него минимальные рамки по бокам и сверху, а в нижней части находится фронтальная камера и сканер отпечатка пальцев. Внутри установлены 10-ядерный процессор MediaTek Helio X25 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения и аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. На задней стороне находится 21-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX220. Кроме того, до 25 октября специальная версия Elephone S8 в красном цвете доступна по сниженной цене. Также вместе с смартфоном можно приобрести беспроводные наушники LE Aston 1 всего за $99. В общем, замануха полная.